Друзья, всем привет! С вами доктор Зайцев, и вы смотрите рубрику «101 совет, как похудеть». Сегодня мы говорим об очень интересной такой теме. Стоит ли давать советы, потому что советы вам придется ой-ой-ой как сильно давать, потому что ваши 5, 10, 15, 20, 30, 40 килограмм вы сбросите без проблем, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Главное – ваше желание и целеустремленность. И самое главное – понимание, зачем вы это делаете, для кого вы это делаете. Ни в коем случае нельзя ставить какие-то конкретные сроки, что мне, например, к 1 июня, к Дню ребенка международному, я иду в отпуск, и мне обязательно нужно влезть вот именно в это платье. Нет, это может не получиться. Но обязательно получится. Не к 1 июня, так к 1 июля. Не к 1 июля, так к 1 августа. Не ставьте конкретных временных отметок, ставьте ту цифру веса, к которой вы идете. И вы обязательно к ней придете. И когда вы к ней придете, эта цифра для вас прекрасна, оптимальна, ваши друзья или подруги начнут вас спрашивать: слушай, как же тебе удалось прийти к такому весу, да я еще вижу, что ты уже добрых 2 или 3 года находишься в таком весе. И здесь можно было бы сесть, забросить нога на ногу, как я сейчас, и вот так вот витиевато, раздувая щеки, под коньячок или чашечку кофе рассказывать вот с высоты своего положения, что и как. Я могу вам сразу сказать, что эта история очень сильно вас расслабит и очень сильно вас может подкосить. Поэтому то, что вы сделали для себя, помогите другому, объясните, пошагово дайте инструкцию. Даже сходите в магазин, купите ему правильные продукты питания, те, которые помогли в свое время вам. Поешьте их, я говорю абсолютно серьезно, потому что визуализация лучше, чем визуализация, никто еще ничего не придумал. Можно 100 раз говорить об этом, но если вы показываете своими действиями, это идеально. Но ни в коем случае нельзя хорохориться, нельзя хвастаться и нельзя расслабляться самому на этом фоне. Вы в данном случае как некий спортсмен. Вы держите себя в тонусе, но спортсмен это делает для спортивных рекордов, а вы это делаете для своего собственного здоровья. Чего я вам и желаю, дорогие мои.